Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Посмотрите, как быстро тают дни. Совсем скоро кончится этот год. И мы с вами будем встречать следующий, новый. А там останется совсем немного времени до одного из самых главных праздников в году. Рождества Христова. В этот святой день мы с вами мысленно в сердце своем встретимся с младенцем, будущим спасителем мира. А завтра, ребята, православная церковь будет праздновать память святого, которому дано было при жизни встретиться со Христом и не только видеть и слышать его, но и стать его преданным учеником. Это святой апостол Андрей. Он был призван спасителем самым первым, поэтому его называют первозванным. Андрей жил в селении Вифсаида и был рыбаком. Он ловил рыбу вместе со своим братом Петром, также ставшим потом святым апостолом. Однажды по берегу Галилейского моря проходил Христос и, увидев двух братьев, сказал им: «Идите за мной». И Андрей вместе с Петром тотчас оставили сети и пошли за Спасителем. Так Андрей стал учеником Христа, его апостолом. Слово «апостол» греческое, оно означает «посланник». Они были посланы самим Господом в разные страны и города для того, чтобы рассказать всему миру о Спасителе и научить людей вере Христовой. Святому Андрею по жребию достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря. Названий многих стран, где проповедовал апостол Андрей, мы и на карте-то уже не найдем. Византия, Фракия, Неокесария, Трапезунд. Сколько унижений, оскорблений претерпел святой Андрей. Ведь язычники, к которым он был послан с проповедью, далеко не всегда были доброжелательны. Но Господь никогда не оставлял своего апостола. В одном из городов, куда пришел Андрей, его спутника Матфея заключили в темницу. И вот, когда святой Андрей подошел к темнице, вдруг ее двери отворились сами собой. Оковы с рук и ног Матфея спали, и не только у него, но и у других 17 узников. И все они уверовали во Христа. Путь апостола Андрея пролегал через земли, ставшие потом Киевской Русью. Придя к тому месту, где теперь стоит город Киев, он воздвиг там деревянный крест и сказал своим ученикам: «На этих горах воссияет благодать Божья. Много церквей будет здесь воздвигнуто, и воссияет в этой стране истинная вера Христова». На том самом месте, где святой Андрей водрузил крест, стоит сейчас дивный храм во имя апостола Андрея Первозванного. Киевляне называют его Андреевской церковью. По преданию, святой апостол поднялся вверх по Днепру и двинулся дальше на север, где сейчас расположен Новгород. Предание гласит, что по реке Волхов он доплыл до Ладожского озера, а по озеру до острова Валаам, где повсюду поставил каменные кресты. Так апостол Андрей благословил наши земли. Пройдя многие страны, святой Андрей остановился в греческом городе Патры. Жена правителя города была тяжело больна, и апостол исцелил ее. Женщина сразу же всем сердцем уверовала во Христа. Правитель города, ее муж, был страшно разгневан, ведь он был правителем города, а значит, должен был оберегать языческие верования своих подданных. А тут его собственная жена становится христианкой. Он велел бросить святого Андрея в темницу. «Тот ли ты Андрей, что говорит о новой вере и разрушает храмы наших богов?» «Да», – последовал ответ. «И ты веруешь во Христа, распятого на кресте?» «Да». «У креста есть великая сила победы добра над злом и жизни над смертью», – отвечал апостол.
Знаешь ли ты, что за дерзкие речи твои мы можем лишить тебя жизни на кресте, который ты так прославляешь? Я никогда не отрекусь от моего учителя. Угрозы не смутили Андрея. Он был непреклонен. И язычник приказал распять его. Святой апостол Андрей был распят на кресте, сколоченном в виде буквы «Х». С тех пор такой крест называют Андреевским. И часто на иконах святого Андрея изображают рядом с таким крестом. Завтра наступит день, когда вся православная церковь вспоминает апостола Андрея Первозванного, мужественного и преданного ученика Христа. Святые апостоли Андрея, моли Бога о нас. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До новых встреч. Храни вас Господь молитвами святого апостола Андрея Первозванного.